Лучше перезарядить. А, еще один дуплет же есть у меня. Ну, все, звезды сходятся. Подходим вторым рейнджером. Проверяем аватар на прочность. С 67% вероятностью игра заканчивается сейчас. Ну что, XCOM? Да, дали ачивку. Ачивка «There is a future in the past». Без поддержки пси-сети со стороны старейшин все летит к чертям собачьим. Эти ворота долго не продержатся. Слышали, что она сказала? Шевелитесь! И тут... Аватар. Шень, скажи мне, что у тебя есть план «Б». Быстро справились. У меня тут все чисто, такого просто не может быть, если только... И тут нашего... Шеф, не знаю, что вы делаете, но это работа. Я просто делаю свою работу. Только убедитесь, что вам хватит топлива на обратную дорогу. О! Шеф, вы в порядке? Мы только что потеряли связь. Там написано было предатель. Доктор, какого черта тут происходит? Это старейшины. Они забивают наш канал связи, подавляя сознание шефа. Тогда разорвите связь! Сделав это, мы рискуем полной перегрузкой. Мы вернем потерянные, мы снова будем едины. Хдыщ! Нет! Играет эпическая музыка. Пыщ! Ваша победа станет концом для всех остальных. Это будет преследовать вас, как это было с нами. Классные ролики здесь, пафос прям. Вы не готовы! Мы должны победить! Жизненные показатели стабилизируются. Синаптическая активность приходит в норму. Одна из трансмерных пси-сетей неактивна. Миссия выполнена. Чумандер. А, приятно! Да, ну хоть с двумя ресетами миссии, учитывая, что миссий было пару сотен, наверное. Сеть освобождения вещает на всех четвертых адвента, отступает по всем направлениям. В городских центрах продолжаются ожесточенные бои, в то время как силы адвента... Мы едва справляемся с потоком беженцев. Люди покидают городские центры, контролируемые адвентом. Пошел лутинг. Комендантский час останется в силе, пока администрация занимается решением текущего кризиса. Всем, кто находится в оккупированных зонах, не сдавайте свои позиции. Продолжайте сражаться. Обещаем вам помощь уже на подходе. Класс. Нет, тут синематики и сюжет гораздо интереснее, чем в первом XCOM-е. Не очень оригинально, конечно, но качественно, качественно. Чего стоят синематики с элдерами? Озвучка. И это еще было до BLM, понимаете? Игра очень сильно опередила свое время. Мир активирует премиум 3 месяца. Мы очень долго к этому шли, друзья. XCOM. Да, но и все равно, справедливости ради, стоит сказать, что это не Iron Man, потому что все равно в рамках этого трая у меня было два рестарта миссии, то есть нас убивали. Это не такое прохождение честное. Вот. Сейчас посмотрим на статистику. Я не помню, где второй раз. Один раз, кажется, на рейде за материалами нас перебили. Да, это ГГ, но все равно эпопея закончилась. Я считаю, для моего уровня весьма хорошее достижение. Я долго мучился, долго выходил в этот лейт. И в конце концов мы справились с задачей. Оу, тут еще не все. А что это? Я не помню этого мувика. О, это предводитель жнецов. Волк. Это фракция, типа, что он дальше? Мы наконец-то мы дома. А, то есть они еще добавили синематики с фракциями. То есть жнецы вернулись, а что с заступниками? Я не видел этих синематиков. Это явно местность заступников, а не храмовников. Да, пожалуйста. Ну, это бывшие служители. Добро пожаловать домой, братья и сестры. То есть они отбитых адвентовцев привлекли нас в свою сторону. Вот уроды. Предателем.
расстрелять. Я узнаю этого товарища. Он убежал на одной из миссий от нас. И храмовники. Ну, храмовникам, да, нужно обязательно в лесу, монахи. После отключения пси-сети зов стал еще сильнее. Собирайте всех. Время уходит. И такие зерги побегут. Мы выиграли эту битву. А откуда они вообще? Теперь война начнется по-настоящему. Я вообще этого не помню. Это клиффхенгер. Задание выполнено 138 штук. Провалено 40. Безупречных заданий 62. Пришельцев убито 1788. Солдат потеряно 124. Процент попаданий 88. Средний остаток ходов на заданиях 9. Ну все, как бы гештальт закрыт. Почти полностью легенда Терминатор. Ребята, рекомендую, если у вас есть лишние 300-400 часов, ну, желательно, чтобы вы при этом еще играли, наиграли 1000, 1500, 2000 в любые другие части, то очень рекомендую вам Long War 2. Если хотите поиграть, в чате Good Game, Message of the Day, есть список всех модификаций. Ох, справились. Трех избранных убили, боссов тоже убили. Класс. Дней до магнитного оружия 129, по миру 52. Я не знаю, что значит по миру. Может, это какое-то среднее значение. Ага, получено материалов на черном рынке минус 2000. Какая-то странная стата. Ладно, друзья, поздравляю вас. Пройдено. Какая следующая игра? Вот. Я...